девочки, всем большой привет. Начинаем с заката, с прекраснейшего. Посмотрите, какой вид шикарный, просто очень красиво. Честно, не особо понимаю, о чем вам здесь снимать, что вам здесь рассказывать, потому что мы на полном релаксе, мы отдыхаем, у нас утро начинается рано. То есть мы идем на пляж, мы завтракаем, мы там идем на бассейн туда-сюда. И я не знаю, если честно, что вам тут снимать, потому что ничего полезного мы тут абсолютно не делаем. Мы на полном отдыхе. Но все равно мне хочется немножечко вам как бы кусочек тепла, солнца, моря показать, привести, чтобы вы тоже посмотрели, насладились. Тот, кто уже был в отпуске, вспомнил о своем отпуске, тот, кто планирует. Строю планы на будущее, потому что это очень важно. Очень важно. Мы сейчас лежим вечером, ждем, у нас какая-то тут будет грандиозная вечеринка, что-то там всякие статуи, фигуры, я потом вам поснимаю, покажу. Не знаем, что будет, вот, и мы пока решили полежать. Матвей, конечно, не очень хочет, он вообще такой сторонник идти домой, но нечего, пусть идет с нами. Сейчас все начнут спрашивать по поводу вот этих бус. Девочки, самые дешманские бусы на ВБ, что-то 300 с чем-то рублей. Я вообще заказывала другие, но они очень долго шли, и они не пришли. Вот, а вот эти я заказала, ну, вот для моря, мне кажется, очень так смотрится прикольно. И вот этот комбинезон, у меня такой он с брюками, получается, летний. Тоже я его брала 2 года назад, я его покупала в Айкиде. Он сейчас немножко великоват, но он очень смотрится классно, прям, знаете, так свободно, прям прикольно. Мне очень нравится такая расцветка, которая прям сейчас в моде, в тренде. Такие вот. Какие-то штуки, пчены. Это какая-то фигня, что это такое? О, это аккумулятор. Током будет нас бить? Богема, не знаю, что тут будет. Короче, вот так вот все валяются. Такая вот красота. На завтрак можно брать вот такой мед в сотах. Это уже прям все поразобрали. Очень вкусный. Обязательно. Матвей не любит. Мы с Даней всегда едим. Ты взял свежевыжатый сок? Да. Вот. Беру вот так. И еще беру, знаете что? Орешки. Вот. Беру вот такие грецкие орехи. Получается очень вкусно вместе с медом. Здесь, в общем-то, еды очень много. Там каша рисовая есть. Рисовая? Да. А мне показалось, что другое. Вот мой завтрак. Свежевыжатый сок. Будет один круассан с маслом и с джемом. Вот. И вот такие штуки, девчонки, я забираю с собой. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, неправильно, но беру. Во-первых, вот такой мед, я им делаю массаж. Вот. А вот эти штуки очень удобно брать с собой дома потом. Ну, что, если все включено, да, почему бы не взять? Короче. Приятного всем аппетита. Мы в каком такси. Девчонки, мы в центре Кемера, нас отвозили в кожаный магазин, купили Дане классную куртку, он, конечно, немножко в шоке, но я хотела ему. Вот. Сейчас мы идем в Вайкики, тут есть еще одно Вайкики, но мы идем в другое, там нас будет ждать моя мама. Ой, слушайте, а это как на Кубе, прям вот эта красная машина, пошли. Вообще здесь очень такое движение опасное, то есть если нет пешеходников, то переходить лучше как бы очень осторожно и желательно перебегать. В том году мы сюда ходили, гуляли, и сейчас, кстати, я вам могу сказать, намного по погоде приятнее, да? Потому что в том году мы еле вообще, еле-еле доходили, было очень душно, была такая духота, но сейчас 32.
принципе, ну как бы душно, но не так. Вот, так что решила Дане купить курточку, потому что все-таки, знаете, парень уже взрослый, а ему нужны уже вещи добротные. Вот. Такие как бы, ну, обычные балоневые, да, куртки у него есть. Ну, вам потом покажем. А это получается, она кожа, и рукава у нее отстегиваются. Они такие, как ткань, ну, как вязаные. Они отстегиваются. И можно под любую толстовку, например, одеть эту как жилетку, да, и носить. Короче, сейчас там бабушка нас, наверное, ждет уже. Я сегодня в черном сарафане, но я вся мокрая, если честно. Детишки мои, короче, чешем Вайкики. У них есть помененные лиры, которые нам нужно будет потратить. Я надеюсь, что сейчас все, что мне нужно, я им куплю. Знаете, раз в год, получается, вот так вот мы затаривались в Вайкики, да, прям хорошо. И целый год, вот футболки до сих пор у Матвея, я уже некоторые стала выбрасывать, который он носил. Okay. Так, а тут же уже, да? Те места, по которым мы гуляли в прошлом году. Каждый день, когда уже Даня говорил «мама», и Матвей «мама», мы здесь каждый вечер в прошлом году гуляли. И вот тоже. Уже знаешь, как это, как родные места. Мы тут. Сказать, что тут как-то прям что-то. Нет, знаете, такие коллекции не очень, кстати, мне нравятся. Как-то так себе, если честно. Я взяла две футболки себе. Сейчас посмотрим. Мальчишкам. Такая кофточка. 700 лир. На наши деньги это дороговато. Скажу, как бы игра не стоит свечи. Так, сумочки, футболочки. Так, вот я в том году брала вот здесь футболку, которая у меня такая с Микки Маусами, всем нравится. О, так что я сейчас тоже взяла одну. Джинсы, сумки. Я хотела, знаете, себе какую пляжную сумку, но что-то она тоже как-то это. Он для спорта. Мы зашли в местный Carrefour. Его не было в прошлом году. А вот, так что смотрим, что здесь. Соки, лимонады. Хлеб, молоко. Молоко, смотрите, 41. А, 52, наверное. Что тут Starbucks? Тут чай литр за 100 рублей. А, Starbucks. Фрапучино. Давай возьмем. Кофе взять? Да. За 270? Карамель. А ты хочешь? Тут вот столько вот сахара и вот столько вот кофе. Пойдем. Плюс-минус. Чипсы эти, попкорн. Мороженое. Соусы. Шоколадная паста. Нутелла. Нутелла 84. Нужна вам нутелла? Можно домой взять нутеллу. Я такой не ем. А куда Матвей-то делся? Пошел по двору. Там чай Липтон за 35 лир. Угу. Тунец. Тебе нужен тунец? Я смотрю, мне интересно. О, какао. Какао. Мука, смотрите, видите? Соусы.
Барилла 36. Но она маленькая, смотрите, вот, какая вообще. Где Матвей? О, 500Г. Матюш, мы нашли то, что тебе надо. Я знаю, я уже видел. Да? Мам, а? Мне кажется... Мы видим уже другую машину. Барон. Че, девчонки, пока едем, тут цвет как-то не очень. Вот. А, в общем-то, ничем особо не купили. В Айкике особо ничего и нет. Если что-то смотреть приличное, в переводе на русские деньги, это получается в разы дороже. А, я сказала, что в нашем любимом магазине ПП намного дешевле. А вот, так что мы, в принципе, взяли очень мало. У нас остались лиры. Потом сходим в аптеку на эти лиры, что-нибудь докупим. Опять-таки посмотрим по цене. Если нет, оставим после жарки, как бы ничего страшного. Так что, в общем-то, все очень дорого. Мы зашли в местный магазин, вот мы вам снимали, типа наши пятерочки, ленты, не знаю, такого плана. Но тоже, как вы знаете, если в переводе на русские деньги, это, ну, дороговается. Так, девчонки, вот такую куртку мы купили. Это матовая кожа, ну вот, очень классная, она такая, как тепленькая, и здесь она получается как кофта идет. Ее можно отстегивать рукава. Прикольная такая. Доброе утро. Время 6 утра. Я иду на пляж. Это было мое такое желание в этот раз провести такую аффирмацию для себя. И я уже вижу, ради чего я туда иду. Там просто красивущий восход. Я надеюсь, что мы с вами успеем. И вы увидите это красивое оранжевое солнце. Вот, девочки. Видите, завтракаю все животные, птицы, уточки. Вот, там красивущий, просто красивущий восход. Так что я иду. Мои спят. Я сама проснулась сегодня в 5:30. Вот. Красота. Как это красиво, девчонки. Смотрите. Не знаю, передает ли камера. Но это очень красиво. Боже, какая красота. Вчера в Айкике купила вот такую себе сумку пляжную, потому что брала у мамы, и у нее оторвались ручки. Вот, у меня дома осталась, знаете, такая сумка, она... вязаная такая, но она очень тяжелая, я ее брать не стала. А это прям безумно легкая, очень удобная. Короче, я прям довольна. Девчонки, мы ужинаем с таким красивым видом. У нас сегодня какая-то дымка, вот. Но хоть немножечко ветерок. Практически уже все доели. Сейчас пойдем походим и пойдем в номер. Сегодня спать пораньше ляжем. Что-то это... Хотя не знаю, может анимация садится? Нет. Я не пойду. Я не буду идти в казино. Это фигня какая-то, как вчера будет. Матвей стал что-то подкашливать. Чего? Вот. Видимо, лед. Так что такая красота. Были в аптеке, попросил родственник купить ему вот такие вот таблетки. Ну и заодно я тоже зашла купить себе. Первое, что купили, это такая, знаете, я у нас не видела, это такие силиконовые беруши. Потому что у нас Матвей всегда, когда плавает, он всегда плавает в берушах, потому что у него один раз было очень сильно болело ухо, и теперь он плавает только в берушах. Вот такая штука, она была, знаете, в виде, как Микки Мауса, что ли, такого. Это как, знаете, как силикон мягкий, как такая, скажем так,
как жвачка резиновая, скажем так, не знаю. Она принимает прям полностью форму уха и как бы его спасает от попадания воды. Стоит это сколько лир? 5 лир. Нет. 155 лир. Дальше я взяла нам с Димой пребиотики для очищения печени, потому что ну, у меня есть проблемы, да, с лицом, и нужно иногда это делать. Мне посоветовали вот такие пребиотики, сказали, что они очень хорошие. Я взяла, тут было 3 упаковки, просто мы перекладывали, чтобы уменьшить коробки на месяц. Дальше взяла Матвея, у него что-то горло вот такие, типа стрепсился. Но есть у них очень их знаменитые турецкие такие коричневые таблетки. Я в том году покупала, но они отвратительны на вкус, мы не можем их принимать. Дальше я взяла витамин С, вот такой посоветовали мне. Матвею с Даней взяла вот такие мультивитамины, комплекс. Для мужчин, получается, с 11 лет уже можно пользоваться именно вот такими витаминами. Для себя взяла вот такой крем, который вы, наверное, все знаете. Я вам всегда говорила, для борьбы с пигментацией. Я приеду когда домой, начну потихоньку эту борьбу. Далее, это для горла спрей. Этот спрей для носа. Взяли вот такой зиртек от аллергии. И я вот такие взяла таблетки от головной боли. Вот. За это все вместе с вот этими таблетками я отдала $75. Вот так. Такое доброе утро. Какой прекрасный вид. Я пришла. Дети еще спят. Время 7:30 сейчас. Я уже искупалась. Вот. Пусть поспят сегодня подольше, а то что-то они это. Сейчас еще сплаваю разочек. Обсохну. И пойду будить ребят. На это можно смотреть вечно, девчонки. На море. Я очень люблю море, воду. Это моя стихия. И я обожаю просто все, что связано с водой. И если, например, у меня нет сил, то меня спасает вода всегда. Вот так. Смотрите, в отеле в Турции мои любимые герани. Вот. Они в огромном количестве. Я хотела себе какой-нибудь отросточек взять. Но у меня такие оттенки есть. Так что вот. Иду будить ребят. Утро и вечер вот так вот здесь все у них поливается. Очень следят они за территорией. Просто. Эти поливалочки. О, петух. Мы просто наблюдаем, вот они постоянно. Ну, кошаки. И... Что ты? Ну что ты? Ой, да, мне тебе даже дать нечего. Вот петушок. Видите, как тут. Ну что ты, зайка? И нету ничего. Да. Короче, все вот так. Там территория классная. Взяла кошка, я не договорила. Короче. И петух еще орет. Все поливается, все стрижется, убирается. Мы тут наблюдали, как они... Получается... Ну, несколько есть садовников, они все чистят, убирают. Прям вообще очень классно. Молодцы. Видно, что заботятся о своей территории. И из-за этого у них такая, конечно, здесь красота и зелень. Нет ни одного участка, знаете, который, например, вот был какой-то пожухлый, или какой-то желтый, или какой-то необработанный. Все прям очень красиво. Ну, посмотрите, какая прелесть, да? Короче, я, наверное, на этом буду заканчивать свой влог. На такой красоте. Вот. Ну, потому что скоро мы летим домой. И очень красиво вот эти вот
лианы зеленые, которые обволакивают деревья, здания. Смотрится это все, конечно, очень красиво. Сбивается только вот этот розовый непонятный лебедь. Короче, слово паразит. Вон там чайки, которые так прикольно звуки издают, как будто бы смеются. Я пошла будить ребят. Пойдем на завтрак. Все, девочки, спасибо, что были с нами. Ждите, скоро мы вернемся в Россию. И будут обычные домашние влоги. Всем пока!